Здравствуйте, дамы и господа, в эфире Радио НВ, программа «Дикий Запад», в студии Ивана Яковина и Дарья Колесниченко. Привет, Иван, да, привет, слухачам. Здравствуй, Даша. Начнем нашу программу с традиционной до последнего времени, до последних недель темы уже, ультиматум, который объявил Владимир Путин Западу и, главным образом, Америке. Ну, он тут жаловался очень сильно на американцев, выступал на коллегии Министерства обороны России, говорил, что американцы такие раз такие, можно сказать, всю жизнь ему сломали. Ти слухала це виступ? Так, я чула той виступ. Путін сказав, що взагалі у всіх проблемах, які наразі є в Європі, у цій напруженості, у тому, що там стягуються війська до кордонів України, які стягує Росія, виявляється, винна не Росія, а США. Зненацька, які там знаходяться за тисячі кілометрів звідси. Так само він сказав, що йому просто остогидили вже маніпуляції американців, тому що, як за його словами, а у Америки така позиція, типу, ось якісь міжнародні договори, які нам подобаються, ми їх будемо там так їх притримуватись. А оці, які нам не подобаються, ми просто з них виходимо. Тому з американцями, він сказав, взагалі не можна вести ніякий діалог, тому що вони все брешуть. Да, ну, несмотря на это, он до сих пор требує від американців гарантії безпеки, так називаємо, в Європі, і головним образом гарантії не вступлення України в НАТО. При тому, що говорить, да, дійсно, американцям все одно нельзя вірити. Ну, я, знаєш, це, конечно, не очень логічно звучить, мне кажется, ніякі не гарантии ему нужно разрешение от американцев на то, чтобы управлять Украиной, делать, что хочешь с Украиной, чтобы американцы ему не мешали издеваться и, по сути дела, установить свой контроль над Украиной. Но американцы не сдаются пока. По крайней мере, да, мы не знаем, что будет дальше, потому что разные есть версии, но сейчас американцы говорят, нет, мы вам этого не дадим, чего вы хотите. Более того, сейчас собираются американцы, по данным агентства Рейтер, вводить новые санкции против Российской Федерации в случае вторжения в Украину. В санкциях там речь идет сегодня, на этой неделе стало известно, что санкции будут подразумевать запрет на ввоз в Россию телефонов, оборудования для телефонов, смартфонов точнее, а также оборудования и материалы для производства автомобилей и самолетов. Вот насчет самолетов это особенно интересно, потому что Россия в последнее время пытается создать собственный самолет пассажирский, MC-21 он, по-моему, называется, и все никак у нее не выходит. Знаешь, почему? У них нет какого-то специального вида пластика, который используется для внутренней отделки самолетов. Это, во-первых, туго горящий, то есть пластик, который не горит практически, ну, на случай аварии, и к тому же он легкий, прочный и так далее. То есть нет этого пластика, без этого пластика самолет сделать не получается. Пытаются свои какие-то материалы, не выходят свои материалы. Это первое. Еще, знаешь, интересно, там содержится запрет на ввоз в Россию иных видов оборудования и материалов. Что такое иные ввода, иные оборудования и материалов? Это имеется в виду оборудование и материалы для добычи нефти и газа. Вот это было бы очень серьезно, поскольку без них Россия не сможет добывать главный свой предмет экспорта, то есть нефть и газ. Потому что сейчас, в наше время, добыча нефти и газа, особенно где-то в Сибири, на северах, это довольно высокотехнологичное мероприятие, нужны очень так называемые присадки для добычи нефти, нужны сверла, буры вот эти и так далее, трубы там особой конструкции. И все это делается, естественно, не в России, а на Западе, и без этого добывать Россия нефть и газ не сможет. То есть это довольно серьезные санкции, если забраться, вони доволі больно ударять по Росії. Ну, і при тому, зараз, як Росія планує, США планує санкції проти Росії вводити, при цьому паралельно там готується підтримка України у разі, якщо Росія там здійснить все-таки це повномасштабне вторгнення на її територію. І за даними Washington Post, за даними колумніста, саме Washington Post. Девід Ігнатіус, ну, він вважається одним із самих влиятельних колумністів в Америці взагалі. Да, так, і наразі адміністрація Байдена розглядає можливість підтримки не лише військових українських, саме які там воюють на Донбасі, які там оформлені, так, згідно з тим законодавством, чи як там правильно би це все сказати. А саме підтримувати рух опору і якихось, скажімо так, партизанів в Україні. Люди... Лента за лентою на бої подавай. Українське козаче. Повстанче в бою не відступає. Боже, я завжди дуже тішуся, коли... Я навіть краще за тебе знаю цю пісню. Так, це таке... Я не знаю, звідки це ти все знаєш, я не буду питатись. 4 роки у Львові. Ну, точно, так. Точно. Ти ходив там в різні такі заклади, мабуть, де там співають таких пісень. Я зрозуміла. І зброю американці планують надавати саме ось цим повстанцям.
Да, ты говорил о том, что да, сейчас оказывается поддержка регулярной армии украинской, это действительно правда, поставляется оборудование, разного рода электронные штучки, которые помогают засекать места, откуда ведется огонь, и по этим местам наносить ответный удар максимально быстро. Это очень полезное оборудование в современной войне. И уже я видел, кстати, сопоставлялись возможности российской и украинской армии при нападении, например, говорилось о том, что будет в 15 раз больше потерь у российской армии, чем это было в Чечне. То есть американцы, опять же, подводили, проверяли, ну, как бы смотрели возможности российского украинцев, поставляли их и пришли к выводу, что это будет очень-очень тяжелая война для России. Так само я би ще тут хотіла сказати щодо цієї допомоги партизанам. Зразу виникає питання, яким чином мають, так? Де, як будуть передавати, ну, зрозуміло, як військовим передавати, так? А як передавати якимось там партизанам, які там десь по одному вони всі сидять? І там планується, що мають бути якісь як такі спеціальні схованки зі зброєю, де можна підійти там і взяти, якщо тобі щось потрібно. Дуже удобно. Надіюсь, нам це все не пригодиться, тому що, якщо пригодиться, то в случае вже окупації. Ну, на самом деле, я, чесно говоря, не очень вірю в те, що Росія рішиться. Слухай, але насправді зараз дуже сильно злякалось російське Міністерство закордонних справ Марія Захарова. Вона навіть сказала, що наразі, за даними, за її словами, за даними Генпрокуратури України, на руках у українців перебуває 5 мільйонів незареєстрованої зброї. Тобто, а тут ще й американці підкинуть трохи. Да, ну, в общем, да, это будет, не будет легкая прогулка. И на самом деле, ну, знаешь, нас, конечно, американцы пока ничего такого не помогают, никаких схованок с оружием нет, но все равно это как-то немножко греет душу, мне кажется, то, что вот они... Заспокоит, я бы так сказала. Да, да. И вот на самом деле, ты знаешь, еще одно, у меня друзья в разных странах есть, они реально больше волнуются, больше переживают из-за всей этой ситуации, чем украинцы, потому что, ну, как бы, у нас-то здесь паники нет никакой, а вот там в Америке, в Европе, в Германии, особенно люди просто на ушах стоят. В краинах Балтии, да. Да, думают, что Украина сейчас вот там типа вот-вот рухнет. На самом деле, да, они больше переживают. А ты знаешь, чему бояться? Зараз мы еще поговорим после невеличкой паузы. Давай. Продолжаем разговор. Мы говорили о том, как Соединенные Штаты собираются оказывать помощь Украине и регулярной армии, и в случае там начала войны, оккупации части украинской территории, движению сопротивления. Угу. И затронули тему, почему, собственно, в Украине это все не вызывает никакой паники, все люди абсолютно спокойно, серьезно к этому относятся, а в то время как во многих странах, Запада в тому числі, люди панікують і думають, боже, зараз почнеться щось ужасне. Українці зараз просто прикладають зброю туди-сюди. А в країнах Заходу просто розуміють, як на мене, що якщо в Україні, якщо, грубо кажучи, якщо Путін захопить Україну, то є дуже велика ймовірність, що він почне рухатися далі. Ну, що це просто так не закінчиться. Да. Що він становить загрозу ж не тільки для України, відверто кажучи. Так, кстати, именно поэтому американці і НАТО на цій неділі привели в повну боєготовність сили швидкого реагування на своїх восточних границах. Тобто, вони опасаються, звісно, що, можливо, буде якесь продвіження. Я там бачила, по-моєму, скоротили час реагування з 7 до 5 хвилин. Щось таке. Да, ну, це повищена боєготовність є. Ну, що ж, з цим розібрались. Давай слідуючу тему у нас... Джо Байден, у него огромные проблемы, потому что его главный предмет его законодательных инициатив, то, с чем он должен был бы вообще, по идее, войти в историю, но планировал, по крайней мере, мы уже помним, что Джо Байден сравнивал себя с великими реформаторами Америки, там, Линдоном Джонсоном, и господин Теодором Рузвельтом, он говорил, что да, хочет ввести в Америке новую систему социальных отношений, социальную сеть, так называемую, то есть поддержки населения, сделать что-то такое, я бы сказал, социал-демократические реформы провести в Америке и помочь населению этой страны, но у него ничего не получилось из-за одного человека. Зовут этого человека Джо Манчин, он сенатор от штата Западная Вирджиния, он демократ формально, но будучи демократом, он зарубил вот этот план, который называется Build Back Better, то есть тройное Б, как его называют. Відновити краще, ніж було українською, якось так він має перекладатися. Да, да. Это план Байдена по реконструкции американской инфраструктуры, как физической, то есть типа дороги, мосты, аэропорты, кабели интернетовские, так и инфраструктуры социальной. В общем, он хотел провести огромные реформы социальной сферы, но Манчин ему не дал этого сделать. Он сказал, что я буду голосовать против этой инициативы, а поскольку Сенат разделен 50 на 50, то без голоса Манчина это принять, этот закон невозможно. Так, ти вже сказав, просто перший закон, грубо кажучи, у Байдена є два головних закони, з якими
законопроекти. Що там? Ні, один же закон, другий законопроект. Грубо кажучи, в Байдена є два внутрішніх дуже важливих документи, які він хоче просунути, щоб все решта його президентство було таким, як він собі там запланував. Перший про інфраструктуру, там було 1,2 трильйони доларів в листопаді з горем навпіл, але підтримали. А ось цей Манчін заробив, і судячи по всьому, він не планує відступати ніяк. Білий Дім заявив, що зараз там ведуться з ним перемовини, але фішка заключається в тому, що насправді у Байдена, в Білого Дому зовсім немає ніякої речагів впливу на Манчіна. Тобто вони нічого не можуть зробити, щоб його переконати. Да, зараз Джо Байден супер непопулярний, ми багато разів об этом розказували, поэтому противостояние з Байденом является політично вигідним практически для любого політика в США, а особенно для Манчіна, потому что он из штата Западная Вирджиния. Что такое Западная Вирджиния, чтобы вы понимали, это такая, знаете, это пейзажи карпатские, а население и, так сказать, инфраструктура городская донбасская. То есть там шахты, заводы заброшены, очень много наркоманов, очень много алкоголиков, ужасные дороги, все. Это один из самых бедных штатов Америки. Хотя он недалеко расположен от западного, от восточного побережья США, все равно он реально очень бедный. Я вот там был как-то раз, ну прям больно смотреть на этих людей. И Манчин от этой Западной Вирджинии, он является хозяином нескольких угольных... Он богатая людина. Да, он мультимиллионер, естественно. Он и его семья являются хозяевами угольных разрезов, там шахт. И они, конечно, выступают категорически против экологических инициатив Джо Байдена, которые в том числе содержатся в этом Build Back Better законопроекте. В общем, Манчин, то, что он противостоит Байдену в Вирджинии этой западной, даже бедными эти людьми, одурманенными, оболваненными, воспринимается как что-то хорошее. Они не настолько ненавидят Байдена, что поддерживают Манчина, который против, который как бы запрещает им получить деньги. Слухай, як на мене, то реально рішення Манчина, так, там говорять, що в нього просто є власні інтереси, що там в нього на бізнес його не таким чином накладається цей, да, цей законопроект, яким би йому хотілося або не хотілося б. І... Але якщо брати глобально, я би так сказала, то те, що робить Манчін, це не дуже погано для американської партійної системи. Тому що якщо ми подивимося на те, що відбувається і в демократичній, але більше в республіканській, правда, партії, але все-таки, останнім часом там дуже жорстка лінія партійна. Там крок вліво, крок вправо, розстріл. Тобто ти не маєш права голосувати так, як ти вважаєш за потрібне, ти маєш, знаєш, партія сказала, ти сказав так, все. Ну, тобто там немає місця для... Да, у демократов наоборот, полный разброд и шатание. Там есть левые, типа там Берни Сандерса и каких-то его сторонников. Есть вот центристы, есть правые, типа этого Манчина, и господи, Кирстен Синема из Аризоны. То есть вообще никакой, потому что нет лидера у партии. Каждый, кто во что говорит. Слухай, а я вже читала, навіть там деякі аналітики пишуть, що ось те, що робить, не знаю, Демарш, як це назвати, такий Джо Манчина, насправді це, можна сказати, що початок ледь не його президентської кампанії. Тому що, якщо ти хочеш бути президентом, то ти маєш бути, грубо кажучи, в тебе має бути політична воля і сміливість приймати якісь такі рішення. Ну, посмотримо. Мені кажется, просто тут всім більш-менш понятно, що Манчин просто сохраняє свої капітали, іменно фінансові капітали, этим самым не собирается он никуда в какие президенты идти. Ну, хотя посмотрим, мало ли что может быть. Кстати, Митч МакКоннелл, лидер республиканцев в Сенате, уже позвал Манчина присоединиться к республиканцам, уйти из демократической партии, вступить в партию республиканскую. Манчин сказал, что не собирается этого делать, но в то же время он сказал, что очень может быть, что он станет независимым сенатором, то есть не принадлежащим ни республиканцам, ни демократам партии. Пам'ятаєш, до речі, коли голосували за закон про інфраструктуру у листопаді, і там було декілька республіканців, які підтримали цей законопроект, і що тоді з ними сталося? Тоді ж просто Дональд Трамп закликав вигнати цих негідників, і взагалі там їм почали надсилати повідомлення з погрозами, що їх там будуть вбивати. Ну, от, Трамп реально зробив з республіканської партії таку секту, де він єдиний головний, єдиний приймає рішення, а у демократів друга крайність, у них немає взагалі ніякого лідера, Байден не популярний.
армии, из-за этого у них там полный разброд и шатание. Ну, продолжим тему уже в следующей части. Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Говорим о будущем президентской политики уже в Соединенных Штатах. Вот Джо Манчин, возможно, присоединится к президентской гонке, потому что в 2024 году нет у демократической партии нормального кандидата. На данный момент Пит Буттиджич, нынешний министр транспорта, никуда не годится. Камала Харрис годится еще меньше, вице-президентша. Надо сказать, Камала Харрис на этой неделе снова вляпалась в скандал, как она это умеет делать. Было интервью с радиоведущим Шарлемейном. Он такой независимый чувак, у него свой подкаст, и он вообще не плевать хотел на все авторитеты. И он задал ей вопрос, кто главный в Америке человек, Джо Байден или Джо Манчин? И Камала сначала сделала вид, что не слышит вопроса, не хотела. Так, він це, знаєш, як сказати, погано, що ми не можемо тут просто вставити це відео, може хтось там потім вставить, ну ладно. Це така неформальна обстановка, тобто це не інтерв'ю, як там на CNN чи Fox News навіть, де там сидить чувак в костюмі і там задає якісь серйозні питання, ставить. Камал, коли він запитав у Камали, хто дійсно президент, Джо Манчин чи Джо Байден, Харрі замість того, щоб, не знаю, просто відповісти на це питання, почалась якась справжня паніка і істерика там. Её, просто Камала знаходилась... Секретарь почала говорити, що ми вас не слышимо, Камала просто заканчувати. Мене сказали, Камала знаходилась не у студії, вони, як включення було Камали просто. По скайпу. Так, і підбігла прес-секретар Камали, почала говорити, що типу, нічого не чути, які, що за питання. А цей ведучий смішно відреагував, він просто взяв, повернувся ніби до глядачів і сказав, о, вони зараз намагаються зробити вигляд, що мене зовсім не чути, не чути запитання. Камала, судячи по всьому, зрозуміла, що краще хоч щось відповісти, чи, ніж просто виключити, знаєш, погас екран в результаті, і сказала, ой, ти не треба поводитись як республіканець, я віце-президент, а Джо Байден президент цієї країни. Да, она была очень оскорблена этим вопросом. Ее очень возмущает всегда, когда... Кстати, республиканцы действительно постоянно говорят, что страной управляет не Джо Байден, а Джо Манчин, потому что Джо Байден вообще мало появляется на людях сейчас, чувствует он себя, видимо, не очень хорошо. Кстати, было на этой неделе подозрение, что он подцепил коронавирус, но вроде бы нет. Хотя, я думаю, с омикроном практически неизбежно, что рано или поздно он все-таки коронавирус подцепит, поскольку все люди с омикроном подцепят. Ну, вообще, конечно, это было очень характерно, когда человек вынужден говорить интервьюеру, что он является вице-президентом, а его начальник является президентом, он говорит, да, я вице-президент. Когда надо говорить, уже получается не надо говорить. Знаешь, это, кого, это уже очень так. Жалко выглядит. Знаешь, яке відео мені це нагадало? Ну. Пам'ятаєш, там роки два назад було, коли Зеленський приїхав на Донбас, і він військовому тоді говорив, мені 40, там, 42 или 43 года, я президент этой страны, а не лох какой-то. Ну, да, что-то было такое. То есть, когда человек должен говорить, что он занимает высшую должность в стране, то это, наверное, уже как-то не очень... Реже слух, я бы сказала. Да. Это должно быть и так понятно, я бы так сказал. Не требует. Обычно это подтверждение. Ну, треба сказати, що цей ведучий, так, він насправді трохи такий провокатор. Він любить викликати людей на таку реакцію. Якщо перед президентськими виборами просто йому давав інтерв'ю Джо Байден, і тоді після цього інтерв'ю Джо Байден вляпався так само в скандал, але побільше, ніж Камала Харріс, і тоді Байден йому сказав, що ти, типу, не, якщо ти за мене не голосуєш, ти не темношкірий. Да, ну, абсолютно ідіотська історія була з Байденом. Ну, Байден постійно, ну, кожну неділю вляпається в якісь такі полуросійські скандали. Ні, Камала не в полуросійській, а Камала наоборот, в якісь, вона всіх остальних обвиняє в расизмі. А Байден часто говорить, що, ці діти, є діти білі, а є діти бідні. Наприклад, от таке може сказати. Как бы понятно, что если бедные, то уже не очень белые. Ну, ладно, к Байдену, с Байденом все более-менее понятно уже. Я думаю, кстати, он на этой неделе объявил, что снова собирается идти в президенты на второй срок. Так, заявил, если здоровье позволит. Очень я в этом сомневаюсь, что оно ему позволит. Он еще одного года не пробыл президентом, потому что от, как, там, от 2 числа, что нет, от 7.
7-го? Пізніше, да. Пізніше, тому що штурм Капітолія був 6-го. Да-да-да, в конце января он стал президентом. 20-х числа. Да, еще через месяц только будет год, как он президентом является, но уже плохо он выглядит, совсем плохо. Слухай, може, як, можливо, ця заява пролунала про те, що він буде балотуватися наступний раз, не стільки для того, про те, що, що це не тільки про те, якщо він буде балотуватися, скільки про те, щоб люди, які зараз сидять у Білому домі, не мітили на його місце так сильно і не чекали, поки він помре. Ну, Камала тут уж точно мечтает, что Байден там склеит ласты, и она его место займет. Прямо у нее светится у нее на Байден тим часом, строканул. А Байден тим часом завів ще одну собаку, до речі, цього тижня. Будет кому погавкать, когда... Ладно, не будем об этом. Так вот, омикрон стал главным штаммом коронавируса в Соединенных Штатах буквально за пару недель. Вот с момента его появления... тут же распространился со страшной силой. 73 новых всех случаев заболевания коронавирусом в Америке – это уже омикрон. И, ты знаешь, большие проблемы сейчас в Америке около тех мест, где можно сделать тесты на коронавирус. Там гигантские очереди, люди не успевают. Инфраструктура вот эта тестовая зажила за спросом, потому что очень много людей считают, что либо они заразились, либо могли заразиться тестами. Это резко подрывает рейтинг Байдена, опять же, потому что люди говорят, ну как же так, мы уже 2 года в этой эпидемии. Вакцинировались. Да, мы уже вакцинировали, все, а у нас нет банальных тестов. И помнишь, Джен Псаки смеялась над ведущим, говорит, что ж мы, говорит, каждому должны тест выдать бесплатный, ведущий, и журналист говорит, ну вообще-то да, не мешало бы, во всех странах так делают, ну во многих странах хорошо так делают, а она такая, ха-ха-ха, это слишком дорого. Сейчас Байден выступил с большой речью, посвященной омикрону, и сказал, что, видимо, вероятнее всего, они будут раздавать людям бесплатные тесты, как это делается во многих западных странах, просто ради того, чтобы поддержать здоровье людей. И, ну, вообще, конечно, омикрон стал большой торпедой в борт Байдену, потому что он надеялся, что вот-вот начали выгребать, в конце концов, из этой дельты. Так, слушай, если подивитися, сколько заяв робив Байден про боротьбу с ковидом, то там майже вся его передвиборча кампанія будувалася на заявах про те, до якого числа там вже не буде хворих на ковід у США. Да, ну, похоже, у нього нічого не виходить. Я боюсь, що коронавірус утопить окончательно його. Зараз буде пауза, потім ми продовжимо. Продовжуємо розмову. Іван Яковина, Дар'я Колесніченко. Це програма «Дикий Запад». Говоримо об американській політиці. У Джо Байдена зараз одразу кілька проблем. Перше, головне, мабуть, вот це відказ Манчина, сенатора от Западної Вірджинії, підтримати законопроект о строительстве новой социальной инфраструктуры. Вторая проблема – это, конечно, то, что сам Байден, очевидно, неадекватен, занимает должности, он тупит, тормозит, не вовремя выходит с какими-то, выступает с речами, а когда выступает с речью, это звучит довольно жалко, и видно, что он уже трясется, он старый совсем, ну, выглядит, в общем, плохо. Ну, и плюс, конечно, коронавирус, омикрон, этот вариант, который грозит сейчас как цунами затопить Америку. Ну, по крайней мере, американцы сами об этом говорят, то есть мы можем за ними повторить. Я, кстати, думаю, что и у нас что-то подобное будет, хотя об этом пока не сообщается, просто у нас тестов меньше делают, скорее всего. Я думаю, что будет, скорее всего... Ну, я думаю, в конце січня, по-моему, там говорили, что будет нова хвиля. Я думаю, и раньше, потому что омикрон супер заразный. Каждый человек по американской статистике, заразившийся омикроном, заражает еще 8. Это больше, чем дельта, больше, чем альфа. Але я зразу хороше, знаєш, щось скажу, що, наприклад, третя доза бустерна Модерни, якщо ти вакцинуєшся, точно знаю про Модерну, тому за неї говорю, вона дуже добре захищає від омікрону. Я надіюсь зробити в ближайшее время собі цю модерну прививку, але я не знаю, де, тому що мені сказали, що тільки зараз поки незахищені якісь категорії граждан вакцинують. Я надіюсь, звісно, зробити все-таки, тому що дуже не хочеться болеть. Всіх призиваю, кстати, тоже сделать, а тех, кто антипрививочник, призываю не делать, не делайтесь. Нам больше. Но я насправді думаю, что все, кто хотел вакцинироваться, уже давно это сделали. Да, я шучу, конечно, насчет не делать, всех призываю делать, лучше не болеть и не умирать, чем болеть и умирать. И не заражать иначе. Да, ну и хорошие новости, опять же, Америка, как является поставщиком всяких проблемных новостей, ну и хороших тоже. Там компания Pfizer выкатила и уже зарегистрировалось лекарство,
позволяющая облегчить 90, по-моему, до 90% симптомов при коронавірусній болезни. 89, по-моєму, там було для людей, які мають там супутні якісь важкі захворювання. І минулого тижня, чи там два тижні тому, вже точно не пам'ятаю, Pfizer, пройшли ці ліки вже останні випробовування, тобто вони вже точно діють, як мають діяти. А сьогодні, чи це вчора вже, як там, дивлячись по якому часові, так казати, то в США вже їх так зареєстрували, і можна буде використовувати людям з 18 років. Да, ну, проблема, конечно, это хорошо, что лекарство появилось, то есть те люди, которые там как бы могли умереть, видимо, не умрут, но есть несколько проблем с этим. Во-первых, дорого стоит, судя по всему, особенно поначалу, а во-вторых, нет просто физически этих таблеток, их надо же еще изготовить, для этого требуется время, и из-за этого, конечно, короче, придется подождать, пока эти таблетки появятся в наших аптеках. Я бачила, що Євросоюз вже навіть там замовив там купу мільйонів тих таблеток собі. Знаєш, забронював. Ні, ну правильно, я розумію, чому. Ну це принаймні розвантажить насправді лікарні. Да, тому що головна опасність в омікроні не в тому, що він дуже сильно убійственно як-то діє на людей, на самом деле ні, він приблизно так же, як і Дельта там. Ні, він легше, ніж Дельта. Уже британці опровергли то, що легче. Не легче. Это легче було в Африці, знаєш, чому? Тому що в Африці всі молоді, і вони думали, що легче, на самом деле ні, то не легче. Ну там, чесно кажучи, про нього постійні якісь виходять дослідження, що... Всі хотіли, щоб було легше, надіялись на це, але британці виступили вже точно, от в європейських условиях измерили, сказали, ні, точно так же, як Дельта, він працює. Що касається... Ну, він там не якийсь особливо убійственний, ні, просто опасність в тому, що дуже багато людей одновременно окажуться в больницах, і больничні системи не сработають, от в цьому проблема. Ну, ладно, давай про омікрон ми поки прекратимо, будемо надіятися, що там все буде хорошо. Дуже важливі новини про нашого любимого персонажа американского Мэттью МакКонахи, актера, который должен был бы стать губернатором штата Техас, но на этой неделе было его интервью Джимми Феллону, это такой комик, ведущий ночного шоу на одном из американских телеканалов, и МакКонахи сказал, что не собирается идти баллотироваться на губернатора штата Техас. Это, конечно, большое горе. Это какая-то зрада. Да, мы вдвоем недовольны, пойдем пикетировать американское посольство. Это просто зрада, мы пойдем, потім полетимо до Мэттью МакКонахи, до нього прямо так, під будинок. Мэттью, що це таке? Ну, він об'яснив, що це таке. Він сказав Феллону, що він, во-первых, хоче зайнятися літературним творчеством. Чим він і займається, да, вже? Так, він написав кілька книг, і, на самом деле, книги його бешеної популярні так стали, тому що дуже розумний, всім подобається. І він такий, знаєте, полуфілософ, полурозсуждатель о житті, і інтересно, в общем, пише. Я навіть слухала аудіокнигу одну «Зелене світло», яка називається. Вот, да. То есть он человек с огромной аудиторией, и ему нравится. Он говорит, я еще не рассказал все те истории, которые хотел бы рассказать, и он будет заниматься рассказыванием истории. И воспитанием детей. У него трое детей маленьких, и он говорит, я хочу в ближайшее время уделить все-таки не политике, а своим детям. И я его понимаю. По-людски. Да, и даже поддерживаю в этом смысле. Конечно, дети все-таки, что может быть важнее? Кто может быть важнее? Да. Но, не исключает все равно господин МакКонахи, что в некотором будущем он все-таки примет участие в политической деятельности, и я, например, надеюсь, что в 2024 году он, я миную, так сказать, стадию развитого социализма, сразу в коммунизм, то есть я имею в виду, сразу, минуя стадию губернаторства, сразу пойдет в президенты США. Вот это было бы клево, на мой взгляд, потому что, ну, как у Трампа получилось, МакКонахи ничем не хуже Трампа, на самом деле он гораздо лучше Трампа. Слушай, он набагато краще, да, не Трамп. Да, поэтому я думаю, если в 2024 году МакКонахи сразу пойдет в президенты Соединенных Штатов, мы все будем рады, и наша программа будет его полностью поддерживать, можно сказать, бесплатный пиар ему будет делать, хотя, конечно, не думаю, что он об этом сильно его обрадует. Но, все равно приятно. Но в меру сил будем ему помогать. Так, конечно. А поки у Мэттью МакКонахи там роздуми про виховання дітей і майбутнє, і написання книг у іншого американського актора Кріс Нот його звати, але в більшості він відомий як Містер Біг з Sex and the City. Вляпався він в дуже неприємну історію. Три жінки вже навіть його звинуватили у сексуальному насиллі. Честно сказать, я в это не очень верю, потому что, ну, мне кажется, как-то это вот так странно совпало, что с выходом сериала и все стали его обвинять. Ну,
Ну, посмотрим. Как говорится, суд покажет. Так, але... Как говорит, любит говорить Владимир Путин. Я тільки одне хочу сказати, що вже він там 12 мільйонів доларів втратив, вже з ним, знаєш, почалася культура відміни, вже вона в повним ходом йде, але я би все-таки хотіла, щоб був суд. І знаєш, як було по Харві Вайнштейну, тобто суд реально як довів, що він винуватий. Да. Все. Ну, будемо сподіватися, дійсно, на справедливий суд. А не тільки, щоб Голлівуд репортер писав. Будемо сподіватися, да. Ну що ж, на цьому поки з вами прощаємося, да прибудуть з вами сили, пока-пока. Пока. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.